Весна, ребята. Весна. Все тает. Сейчас будет очень-очень грязно. И нам необходимо, просто необходимо ваша поддержка и помощь. Мы каждый год с трудом переживаем зиму, но весна, весна, наверное, еще страшнее, когда все тает. И мы просто не знаем, за что... Ребят, мы так накопили снега за зиму. Все во льду, все поднимается, и все сейчас тает. Для того, чтобы убирать воду из вольеров, сначала надо вывести лед, чтобы оно быстрее подсыхало. И чистим вольеры. Наверху мама с детками. Она их сейчас кормит. Очищаем вольеры от огромного слоя льда. Друзья, приюту очень нужны лопаты железные, совковые. Нужны штыковые. Также нам нужны тазики и ведра. Мои хорошие, если можете нам помочь, буду искренне благодарна. А еще, ребята, у нас очень быстро ломаются тележки. Нам очень-очень нужны тележки. Что, мои хорошие? Мамины дети. Ну вот еще одну зиму перезимовали. И потихонечку будем утепляться этим летом. Друзья, нам очень-очень нужна помощь мужчин. Кто может приехать и помочь нам? У нас пол приюта, ребята, без навесов. И поэтому такие огромные глыбы льда накапливаются. Друзья, нам очень нужна ваша поддержка. Так, выдалбливаем вольер и убираем. Чистим бытовки, убираем. Потому что очень огромный лед, ребята, везде. Нам нужна помощь, друзья. Если может кто-то приехать помочь чистить вольеры, пожалуйста, друзья, будем очень благодарны. Приезжайте, пожалуйста. Эй, козлята! Мамины, да. Да, что ты мой золотой? И вы мои хорошие тоже. Да, дети, малыши. И ты мой красивый. Мамины. Хорошие мои, да? Все вычистили? Сейчас быстро подсохнет и будет уже нормально. Ну что, ребят, все текет, все тает. Льда слишком много, мы не успеваем. Начинается вот такой потоп. То в одной клетке, то в другой. Мы стараемся успеть. Где можно, выставляем еще полы дополнительные. Где успеваем, ребята? Но слишком нас много. Я имею в виду животных. А людей очень мало. А вот это, друзья, у нас самая огромная проблема. Малыши растут просто стремительно. Их надо рассаживать. Они начинают делить уже. Им пятый месяц. Этим, вернее, уже шестой месяц. Этим уже шестой месяц. Вот этим пятый. И они начинают делить. Им места мало, ребята. Нам нужны вольеры. Делаем канаву, чтобы вода уходила с вольеров. И очищаем. У нас новые малыши. Это сейчас вода отсюда уже уйдет. Следующий вольер мы разделяем. Разделяем, чтобы рассадить малышей. Ребят, это очень горько, что нам приходится делить вольеры. Так дальше нельзя. Старушечка стоит и просто спит. У нас много стареньких собак. Вот стоит и просто засыпает. Старушечка совсем. Бедный ребенок. Что он в жизни видел, ребят? Ну что он видел в жизни? Издевательство, пока к нам не попал. Голод, холод. Старичков у нас много, друзья. Очень много. И хоть мы стараемся, хоть ему, чтобы теплее было, чтобы они сытые были. Но, друзья, любому необходимо тепло. Вот стоит, засыпает, а в будку не идет, а? Вот чудо.
Иди ко мне. Такой ласковый мальчишка. Очень добрый, игривый, да? Молоденький. Очень классный. Как лапики наши. Вот этот вообще прям суперский. Что, мои хорошие? Сейчас, подожди, мой хороший. Сейчас я сниму. Я сейчас видео маленькое. Нет, 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 подожди. Видео сейчас засниму. Красавчик. Сегодня довольно-таки тепло, но все равно сыро, пасмурно. Накрапывает дождик. Собаки ведут себя довольно-таки лениво и спокойно. Валяются все, вон отдыхают. Thank you.